Здравствуйте, меня зовут Марина. Я сегодня была в солнечном мире, получила помощь. То, что мне нужно, одежду, обувь, очень помогли. Спасибо, я здесь не первый раз, уже второй раз. Ну, нуждаемся, вот люди городка, переселенцев, нуждаются в детских каких-то столиках, стульчиках для кормления. Ну, что-то для деток, связанного с детками. А вы откуда приехали? Я приехала из Макеевки, из Донецкой области. А там кто остался? Что? Там кто-нибудь остался? Да, там осталась мама. И созваниваетесь? Да. И как? Не очень. Стреляют. Здесь у нас спокойней, конечно, и больше помогают, чем... А вообще, как Днепрожинск вас встретил? Хорошо, встретили, город хороший, люди приветливые. Относится нормально? Относится нормально. Хорошо, спасибо. Спасибо.